Кристина Кобякова со Жлобина. На заховании у родильный дом Гомельской областной клинической больницы трапила на 33-м тыдні тяжарности. Каже, что готова лежать хоть до родов. Тут будущая мать отчувая себе в надежных руках. Я всегда хотела сюда, независимо, там будут какие-то проблемы, не будут. Всегда знала, что я приеду сюда. Но немножко раньше это случилось. Ждем мы, конечно же, в положенный срок, поэтому будем лежать, сколько потребуется. А вот каким чином рожать и с кем, еще есть час подумать. У родильном доме есть махчимость проводить партнерские роды. Каб боль отчувался меньше, есть вот такие прилады. Мы за свободное поведение пациенток в родах. То есть могут, грубо говоря, покататься на шарике. В том числе можем принимать в вертикальном положении роды. Сейчас это тоже очень модная тема. Осталось еще поработать над тем, чтобы принимать роды в воде. Но пока еще у нас нету, к сожалению, таких условий. До речи, у планах разделить дорослую дитячую реанимацию. Таким чином, допомогу женщинам и немовлятам можно будет оказывать больше зручно. Далее наши здымки проходили у родильном доме Гомельской городской больницы номер 2. У первой палате, куда мы зазернули, мать колыхала своего новонародженного сына. Дома его чекает братик. Не глядя на взрост, а Валентине зараз 41 год, спыняться не собирается. Марить вернуться сюда еще и за дочкой. Как вы себя чувствуете здесь? Прекрасно мы себя чувствуем. У меня была операция кесарево сечение. Ну, все хорошо прошло. Врачи великолепны во всех отделениях, с которыми я столкнулась, и в патологии беременности, и в реанимации, и вот в послеродовом отделении. Дальше, самая маленькая вага новонародженного, который появился на свет у этой больницы, меньше 700 граммов. Мы достаточно хорошо оснащены, чтобы обеспечивать постоянную круглосуточную помощь и мамам, и новорожденным деткам, вне зависимости от срока, которым рожает женщина. Наиболее меньшая масса ребеночка, который у нас выходил, это было 680 грамм. Вот, мальчиком все хорошо сейчас, нормально. Опошней кропкой нашего протяглого маршруту стал родильный дом Гомельской городской клинической больницы номер 3. И одразу нас познакомили с матью героини Натальей Слюсаренко. На передодні яна народила свое 5-е дитя. С мужем у нас было в планах 3 детей, но Бог так распорядился, что дал нам еще 2. Об детях все свое житё марила Алена Давыдова. Але мати она стала только у день нашей здымки. Своё долгочаканное первое дитя женщина народила только у 44 года. Эмоции, когда узнала, смешанные, потому что уже не ждала абсолютно. Вот, наверное, когда закрываешь эту страницу, случается, наверное, такое вот чудеса такие, ну, на самом деле. Мы стараемся, чтобы ко всем женщинам было теплое отношение, доброжелательное. И все наши доктора, акушер-гинекологи, педиатры, акушерки, медсестры отделения новорожденных отдают всю свою душу для этих маленьких детей, которых мы принимаем, и мамам, которые рожают в нашем роддоме. Зразумела, на передодні самого пригожего и кранального жаночего свята усе наши урачи-суразмовцы пожадали повиншовать с 8 соковика не только своих пациенток, але и всех женщин Гомельской области. Хочет поздравить всех женщин с праздником весны, пожелать им счастья, здоровья, любви, чтобы они были любимыми. Их любили, и все в жизни их было хорошо. Атмосфера, которая привлекает сюда женщин, отношения врачей, персонала, всего медицинского, поэтому люди хотят у нас рожать. Вот. Поэтому мы надеемся, что эта тенденция у нас сохранится, мы будем все для этого делать. А женщинам здоровья. Хочу в этот светлый весенний праздник всем женщинам, естественно, пожелать самого главного – это здоровья. Весеннего настроения, невзирая на то, что сугробы за окном. Вот. Любить и быть любимыми. И главное, чтобы эта любовь приносила какие-то плоды, тогда и мы без работы не останемся. Марина Ржала, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».